преддверии своего профессионального праздника медсестры городской больницы номер 1 приняли участие в необычном конкурсе. Идея праздника пришла руководству медицинского учреждения. По словам организаторов, веселые соревнования укрепляют корпоративный дух и добавляют позитива в трудной, порой круглосуточной работе персонала больницы. Наше учреждение, Ангарская городская больница номер 1, очень разрозненные структурные подразделения. В Сангородке у нас есть, в 86-м квартале, в Китове. И когда проводим такие мероприятия, мы здесь все вместе болеем за наших коллег, в данном случае медсестер. Конкурсантки провели свои презентации, в которых представили себя и родной коллектив в необычной шуточной форме, прошли проверку на теоретические знания и профессиональные навыки. Я работаю с 98 года. Моя работа связана с разным контингентом больных. Вот. Провожу я разные всевозможные процедуры. Все, что, наверное, умеет медсестра. По итогам конкурса лучшей медсестрой стала Людмила Егорова. Она работает в оперативном больничном блоке. Второе и третье места у Елены Васильевой из физиоотделения и лаборантки Светланы Пахомовой. Все победители получили дипломы и подарочные сертификаты. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов. Местное время.